Группа известных иностранных путешественников из 28 стран находится на освобожденных от оккупации территориях. Первым пунктом в рамках поездки, организованной в преддверии 30-й годовщины Ходжалинского геноцида, стал город Шуша. Наш корреспондент ВФА Ага Балаева поинтересовалась впечатлениями гостей, которым была представлена подробная информация об уничтожении Армении в период оккупации материально-культурного наследия, исторических религиозных памятников, населенных пунктов Азербайджана. Зарубежные гости своими глазами увидели следы совершенных преступлений против человечности. Очень жаль людей, которые здесь жили когда-то, да. Конечно же, я вижу тоже, что здесь очень красивая архитектура, очень много всего уже разрушенного есть. Все нужно отстраивать, да. Это сигнал прогресса, это сигнал того, чтобы люди могли возвращаться, воплотить жизнь вот там, где должна быть. Потому что однозначно как бы это очень хороший плюс, что вещи идут своим путем и реставрируются. Да.